общем, мы находимся в какой-то дыре. Это город Росса. Мы только что прошли мавританскую, сенегальскую границу, направляемся в Мавританию. На самом деле, нам очень повезло, что мы встретили здесь ребят из Франции. Вот они. Семён. Потому что мы не знаем французского языка, мы бы здесь просто очумели, если честно. Потому что здесь страшная суматоха. Сначала мы пошли в одно место, потом в другое. В итоге нам поставили штамп, потому что мы выехали из Сенегала. И теперь мы направляемся в Мавританию. Для этого нам нужно будет переплыть реку. И далее мы окажемся уже на мавританской стороне, посмотрим, что там.